Вот мы тут работали, остались одни без ребятишек. Сад. И прочистили. Очень много пришлось вырубать. И вот сейчас решили вывести. Оно не так и тяжело, но растопоршено больно уж. А потом здесь на вторую тележку еще осталось. Вот я Сергея спросил, говоря, собаки-то могли бы помочь? Конечно. Ну, можно навтыкать там это. Слышь, вот эти вот подотни под веревку, чтобы так она на низ не падали. Так подотни, чтобы они кривые задержались. Веревка-то натянута. И под нее везде натолкай, прям в самый низ. Тут еще много можно натолкать. Давай. Во, помощники идут. Так. Виталий, залазь туда вовнутрь. Никак не упусти, смотри, тележку, иначе она опрокинется. Ты тележку бери, возьми ее крепко и не отпускай. Так, Виталий, сейчас у тебя уберем из-под ног и сразу наляжешь. Видишь, тут это... Магазин пчелиный. Магазин. Это вот такое. Сейчас не трожь собак, пожалуйста. Ты как вот пятилетний ребенок. Опрокинул дальше, зубы показал и ушел. Держи крепко. Он может идти вперед, даже тянуть. Только не опрокинь ее, держи крепко. Не задень ни за какие ворота. Ну, отнесись по-серьезному. Шлейки, видите как? Держи крепче, Виталий, упирайся животом. Не поднимай животом, держи вот так. Ну, хоть сам становись, главное. Не зацепись ни за что. Толкай. Все, пошел. За столб не зацепись. А. Я сейчас на велосипеде поеду, чтобы там поснимать. Вот так. Володя бы получилось лучше. Ой, не нравится. Смотри, только держи крепко. Держи за поперечину. И все делай по-своему. Это невозможно изобретать. Вот Никита у меня был этот. Ничего не знает, он все выворачивает по-своему. Работать совершенно невозможно. Только отвернулся, кверх ногами все стоит. Беда какая. Все это зависит от того, как человек Богу отдал свое сердце. Если не отдал сердце, ему радости никакой нету. Как о нем думает, что... Вот так и держи. Толкай животом. Вот хорошо. Она маленько по земле тут идет, но ничего. Хорошо.
Виталий, держи руками. Нет, нормально. Я не могу держать. Все, я со всей силы держу. Что непонятно? Все понятно, что ты начинаешь по-своему. Аня упадет и все. Я не могу. Держи. Держу так. Насколько вот можно. Ураган! Давай. А это впереди. Вот это место, лагерь, стан. Занимает 9 соток. И как взбесились начальствующие. Нападают. Убрать, снести. 62 дерева с кустарником. История. Ничего не надо. Вот надо же как. Только выдвигается по должности за счет угодливости кому-то. Любую подлость, что угодно осудить, кого как вот Ежов Николай Иванович. А когда сидел уже, к расстрелу приговорили, есть Бог. Я все делал, как Сталину угодно, еще получилось. Теперь сижу, расстрела дожидаюсь. Вот оно как. Я сейчас маленечко в стороночку. Сергей помогает с этим. Она по полу тащится, листья длинные. Ничего. Ураган рядом. Рядом. Мне садиться неудобно. Думал Володю послать. Володя баню топит. Потому что суббота. Видишь, я перетягивает на один конец. Ему трудно держать. Ну, надо идти. Так. А, завалилось? Да, завалилось. Сейчас мы подправим. Подтянуть надо за эту. Видишь, она вперед у него пошла. Держи прямо. Давай, подтянем еще. Еще. Давай вместе. Раз, командуй. Раз. Раз. Давай, следующую. Вот эту бери. Давай. Раз. Раз. Вот эту. Раз, давай, еще. Раз. Вроде все село. Нет, еще маленько надо. Да, вот от крайней. Чтобы это поехал. Давай. Я не знаю, за что взять это. Ну как-то надо идти. Все похоже, да? Езжай. Езжай. Она наехала вперед. Сместилась. Поэтому трудно. Все, никак. Она вся поехала вперед. Почему? Там неплотно было завязано. А? Ну что, не затянул, наверное? Нет, конечно. Тяни, так сойдет. Ты что ж не затянул-то там, говорит? Ну, я все нормально. Ну, что ты там тянул? Ну, где доверили, все. Нехорошо, Виталий. Ну, Сергей, не я же там сидит-то. Ты понимаешь, что впереди авария. Крыло отвалилось. То есть лишь бы в данный момент мне было легче, не согнуться. А что дальше все полетит, это мне дрын-дрова. Что тут удивляться? Но она и сползла, потому что не привязана. Не притянула ее как следует, и все. За что-нибудь еще захвати там. Она расхлябана, она и поползла, она ее не держит нисколько. Тебе это все равно или не знаю даже, как понять.
Тебе тяжело, ты мучаешься, ты-то мучаешься, в первую очередь. Крупным планом показать, может, тебя Настя увидит. Она мученица, а не ты. Не поднимай кверху, не поднимай. Он хоть что, лишь бы облегчение на эту минуту, а дальше хоть все от колеса отвались. Лыбится. Так, ну, там собака лежит под этой, ты смотри. Попробуем. Пойдем, может, дойдем. Ну-ка, давай. Ураган, рядом. Прямо там, когда вниз пойдете, там с разгону возьмите, чтобы только собака рядом. Не попала. Рядом. Мне садиться на велосипед. Это вообще. Я, Володя, застрял. Такого фотографирую. Пешком идти не могу. Колени болят, сапоги какие попало. Давай, давай, не останавливайся, а то сползет. Вон куда уже пошло. Давай, давай, молодцы ребята. Прямо туда, к входу, и чуть подальше. Обойди только всю чищу, не зацепися. Ты, Виталий, как сделал, так и идет. Пожинаешь, уже карма тебя, это как говорят индийцы, постигла. Дозволили завязать, он как попало, все распустилось. Страшное дело, как воспитали людей. Подальше туда, вон туда, подальше. Вот, развязывай. Вплотную подкастов, вперед, вперед, еще, еще. Подтащи к той, вон, ну, еще маленько, шагов пять. Вот так, хорош. Подверни сюда, Виталий. Вот так, задом наверни. Задом он, передом. Он не знает, где зад, где перед. Страшное состояние человека, когда он без Бога, нет. Ему все равно. Да еще подыгрывает под верующего. Все, развязывай, Сережа. Ко мне! Все-таки привезли. Ну, они помогали, Сережа? Конечно. Да. Конечно. Так, подожди, не отпускай, а разве. Это верный. Да. Не опускай, иначе мне руки оторвет. А тот убежал там. Видно, направляется. Этот рядом стоит. Это у нас там как раз побежал к туалету. Вот молодец. Это туалет там. В яме. Все, развязывайте, поднимайте аккуратно. Ты себе хоть дневник вот не записываешь, записал бы, что дали тебе доверить два узла, и ты не завязал ничего. И все пошло, и ты стал за это отвечать. Вон дым какой идет. Это Володя топит. А что ж у него такой дым? Большой. Так, уйди оттуда, уйди, ураган. Так, иди гулять. Ребята, я пойду туда, что-то мне не нравится, как он. Что, вот так вот вываливать или как? А вот так вверху подними, а потом этими сталкивайте. Вылазь, Виталий. Бери за эту, вот туда, за эти. Давай. Поднимай. Вот так. Ну помогай, твои руки-то не шевелят. Ну, же, помогай, пожалуйста. Веревка, подождите. Веревку не снимай. Так она не мешает. Так, нет, как она вот здесь держит? Так, подожди, она не держит, ну-ка посмотри. Держит. Ну если она держит, так чего тогда бы? Она же сика это на перекрест Верный. Пошла. Тапочку-то не потеряет. Уйди оттуда, уйди! Так. Иди вперед, вон, вперед. Вытащи все эту. Туда протяни подальше. Я уже искупался. Посмотри, она за кольцо держит или еще за что-то.
Это у нас тут костер. Костер. Все это сгодится. Вон она где. Она еще задерживает, а вы уже сваливаете. Вытяни в полную длину. Все. Вот она где. Яма глубокая. Тут 3 метра. Да 2, то больше. И вот так вокруг две жерди, чтобы сидеть можно было. Внизу скамейки. Вот Сергей свалил ее. Так, маленько вперед дерни. Прямо-прямо. Не наклоняй. Просто тяни. Кверху. Вот так. Тяни. Во-во-во-во. Все. Все. Все, веревочки складывайте, собак привязывайте и пошел. Где они бегают? Ой, как они тут бегают, а. Да, беги, беги. Вот. А это вот Симаковский, пруд Костровый мы его назвали. Тоже воды задержали много больше, а тут вот колодец у нас был. И тот и есть. В случае чего можно его распечатать, он под железным таким. А там уточки плавают. Ласточки сидят. Нынче спарсов вообще нету, спарсов. Говорят, итальянцы их поели все. Где-то в ущелье летят голуби. А здесь показать в самой яме, как сделали туалет, куда ходить. Вот, пожалуйста, подперли. А некоторые даже не знают, что он у нас тут есть. И отсюда видно вот этот 45 лет детский лагерь. Теперь музей сделали. И сейчас вот власти, ничего не зная в этом деле, только одно – уничтожить, ну, разрушать, отнять и разделить. Два действия, как Колчак говорил. А там дальше, где мы молились на бугре. Вот так. Все. Приехали. Теперь еще один раз привезти. Это вот вход.